Завершились новогодние праздники, которые подарили жителям республики 9 дней отдыха. Но помимо радости, долгие выходные принесли и неприятности. С 1 по 8 января во всех регионах России проходила операция «Внимание, каникулы», согласно которому и в нашей республике в целях обеспечения безопасности на дороге сотрудники ГИБДД проводили встречи в пришкольных лагерях. Как результат, за время зимних каникул в столице не было зафиксировано серьезных происшествий с участием детей. А вот взрослым не мешало бы вспомнить о необходимости соблюдения мер безопасного поведения на дороге, как водителям, так и пешеходам. В период новогодних и рождественских праздников все сотрудники госавтоинспекции были переведены на усиленный вариант несения службы. Но, тем не менее, в столице республики не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Так, за это время было зарегистрировано 106 аварий, в которых травмы получили 6 человек. Погибших, к счастью, нет. Также сотрудниками отдельного батальона УМВД России по городу Чебоксары было задержано 24 нетрезвых водителя. 5 из них в этом состоянии совершили дорожно-транспортное происшествие. Как правило, в каникулы дороги не сильно загружены автотранспортом. И подобная статистика – еще один повод задуматься о необходимости особого внимания на дороге. Ведь поток движения в будние дни все же больше. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.